На выставке 1827 года появилась вторая картина Иванова «Иосиф, толкующий сны в темнице хлебодару и виночерпию», удостоенная большой золотой медали. Здесь экспрессия лиц и несравненная пластика фигур далеко превосходит прямо, свидетельствуя об исключительном даровании художника и быстром его развитии. Освещенные фигуры на темном фоне производят впечатление статуи. Плавные складки античной одежды Иосифа трактованы с поразительным совершенством. Иосиф вещает ужасную участь хлебодару, указывая ему на рельеф с изображением казни, высеченной на стене темницы. Виночерпий нетерпеливо, со светлой надеждой ожидает, что скажет о нем прорицатель. Хлебодар и виночерпий похожи, как братья. Тем отчетливее поэтому выступает на их лицах выражение противоположных чувств – надежды и отчаяния. Египетский рельеф, сочиненный самим Ивановым, показывает, что он уже тогда был знаком с египетской археологией и обладал тонким чувством стиля. Во всех своих ранних работах Иванов стремился к сильным душевным движениям, выраженным в предельно ясной форме. Однако картина эта чуть было не повлекла за собой крушение карьеры Иванова, столь блистательно начатой. Изображение в виде барельефа казни на стене темницы было истолковано как дерзкий намек на кровавую расправу Николая I с декабристами. Художнику едва удалось избежать Сибири. И несмотря на то, что Иванову была присуждена большая золотая медаль, вопрос о его командировании в заграницу затянулся. Академическое начальство решило еще раз проверить его способности, задав новую тему. Беллерофонт отправляется в поход против Химеры. Иванов начал писать коря вдохновения, но картину испортили официальные советчики, мешавшиеся в его работу и упрекавшие художника о медлительности. Какой свободной и пламенной кистью исполнен ее первый эскиз, и как вяло и безразлично написана она сама. Новая картина Иванова оказалась слабее предыдущей, однако заграничная командировка после многих проволочек все же была присуждена Иванову.